Предприятие «Трансвит», один из крупнейших в России производителей радиотехнической и светотехнической продукции, празднует свой юбилей 1 сентября. Промышленный гигант отметил свой 60-й день рождения. О празднике и его героях. Мария Зверева. «Трансвит» развивается в нашем регионе уже больше полувека. За это время на предприятии не раз сменился кадровый состав, благодаря которому он и дорос до этой цифры. На заводе я работал всю свою жизнь, 55 лет. Вся душа, вся любовь, все отдано этому заводу. Сегодня ровно 5 лет, как я работаю на предприятии. Очень нравится. Нравится, что мы восстанавливаем завод, что предприятие работает и довольно успешно. Предприятие очень большое, задач много, режим многозадачности. Это всегда интересно. Благодаря потенциалу и опыту специалистов предприятия на заводе ежегодно увеличивается объем выпуска продукции, модернизируется производство и автоматизируются процессы. А с прошлого года «Трансвит» участвует в федеральной программе развития технопарков. В настоящее время «Трансвит» твердо стоит на ногах и продолжает выпускать продукцию, как освоенную ветеранами производства, так и разработанную молодыми инженерами. Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что у нас сформировалась команда компетентных единомышленников. На юбилее чествовали тех сотрудников, благодаря которым предприятие достигло этих высот. Специалистам, внесшим вклад в его развитие, а также в преображение региона, заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов вручил почетные грамоты губернатора, после чего к чествованию лучших сотрудников присоединился и мэр города и отметил их труды благодарственными письмами. Великий Новгород развивался как центр радиоэлектронной промышленности. Развивались цеха, приходили новые люди, развивался вместе с предприятием и наш замечательный город. Удобная логистика, доставка сырья, отправка, отгрузка готовой продукции во все концы нашей необъятной родины, привлечение специалистов, развитие социальной сферы – это все благодаря вам. Стоит отметить, что за последние 3 года объем производства на «Трансвите» увеличился на 14%, даже несмотря на пандемию. А это значит, что предприятие активно развивается и отметит еще не одну круглую дату. Мария Зверева, Андрей Шестаков, новости, Новгородское областное телевидение.